Ну что, ребята, всем привет. Мы находимся на парковке фитнес-клуба. Время уже 2 часа ночи. На улице достаточно прохладненько. У нас есть все причины сейчас просто взять и свалить домой. Прилечь в теплую постельку и сказать спасибо, боженьки, за этот шикарнейший день, в который я обленился, сука, и не пошел заниматься. Потому что на самом деле я здесь 2 часа не потому, что я хочу снять ролик или еще что-то, а потому что у меня тоже есть дела, у меня есть работа, у меня есть много-много обязательств, которые выполняют в течение дня. И сегодня я освободился в 12 часов. Я нахожусь не в Майами фитнес-клуб, я нахожусь в фитнес-сити. Это клуб, не в котором я тренируюсь, это клуб, по которой локации я сегодня здесь оказался. Потому что у меня нет выбора. Либо я сейчас пойду домой спать и скажу, что вот, я не в своем родном клубе, не в своем родном месте, не в своем родном городе. Либо я нашел любой подходящий зал и пошел тренироваться. Сегодня работал целый день, время 2 часа, и, сука, надо дальше выжиматься, потому что я не хочу быть унылым говном, честно сказать, которым я был последние 2 года. Как только ты перестаешь заниматься, ребята, ваша ментальная часть, она просто сгорает. Мне 28 лет уже, ровно 10 лет назад я был на первой обложке в Майами. Я бы никогда бы не подумал, что 10 лет пролетели вот так. Я бы мог кататься вот так же, блядь, на какой-то сраной машине или ходить пешочком и ни о чем не думать в жизни. Но нет, ребята, за эти 10 лет у меня столько изменений, столько преодолений страхов и всего остального. Поэтому столько критиков, поэтому люди не любят меня. Потому что, ребята, за каждым успехом эти гиены вас окружают и просто сжирают. Они хотят, чтобы ты тоже стал их стаей неудачников и людей, которые не смогли чего-то, и присоединился ты к ним. И тогда они будут спокойны и ни о чем не будут думать. Но на самом деле, ребята, хейтеры и критики – это те люди, у которых ничего не получилось. Это те люди, которые не смогли поднять свой, сука, зад в 2 часа ночи, прийти в спортзал и прийти к своей форме. Все, уже хочу тренить. Мы идем сейчас вваривать туда по полной, убивать все своих демонов. Поэтому, если ты не со мной, вали нахрен с моего канала. Все. Сейчас Сережа начнет качаться, по залу летать все будет. Гореть начинает потихонечку. Еще один, блядь. Ну пусть вам кто-то после этого скажет, что вы кусок дерьма. Таким чмошником можно говорить только вот так. Идите к черту. Никто нам ничего не сделал, потому что мы здесь одни. Посмотрите, время 3 часа ночи. Туда надо смотреть лишь по одному поводу. Если тебе пришло время делать снова подход. Сложно нам или не сложно? Тебя встретили по одежке, посмотрели на тебя. Никто не знает, сколько ты прошел. Никто не знает, чего ты преодолеваешь каждый божий день. Никто не знает, с каким сердцем ты относишься к человеку, к миру, к женщинам и ко всему остальному. А знаете почему, ребят? Потому что всем на вас срать. Поэтому, ребята, любите себя, делайте свое дело. И тогда вас будут любить без обсуждений. Ребята, какой же это кайф, когда по твоему телу бежит кровь, когда
ты начинаешь просыпаться. Не только на часах, четвертый час, встает солнце, а встает твоя душа, твоя энергия. Глоток счастья, глоток уверенности, любви к себе. И что самое важное, глоток настоящего мужчины. Пришел и сделал вместо тысячи оправданий, которые выступают каждый день на протяжении всей жизни. У нас миллиард можно оправданий придумать. Начиная от отношений, заканчивая семьей. Нам каждый день говорит кто-то и что-то, что надо, а что нет. Да нахуй это. Знаете, что одно надо? Делать свое дело, несмотря ни на что. Вот это ощущение. Это, знаете, фаза оргазма, когда ты получаешь оргазм, каждый мужчина меня понимает, ну и каждая женщина, когда стука сводит все тело, сводит твое сердце, разум, потому что ебать, как это круто. Так сейчас я испытываю то же самое, ребят. Ну, меня, конечно, никто не поймет, скажет, ну он какой-то чокнутый этот чувак. И пошли вы нахер. Это больно сегодня. Но сегодня мы вкладываем дивиденды, чтобы завтра быть лучше, чем сегодня. Бля! Вот так тебе, бля. А мы ничего. Хорошо. Вот вы хотите так на себя смотреть в 3 часа ночи, говорить, а мы ничего. Вот это начинается жопа. А уже нету сил. Это башка хочет спать. А мы скажем, иди нахрен! Ой, давай, бля. Еще ниже. Вот это кайф. Когда ты выкладываешься на 150%, вот это кайф. И тут речь не о том, что ты будешь стоять с поднятой вверх рукой. Не о том, что это делает твой потенциал и твой настоящий успех. Эти доли секунды, последние 2 повторения. Эти маленькие дюймы делают вас чемпионом. Нет. Это еще кайф внутреннего стержня. Закалка. С этим стержнем вы потом можете идти куда угодно. В любую сферу, в любую индустрию. Вы порвете всем жопу прямо вот так. Ребята, маленький отдых создан для того, чтобы ваши мышцы росли. Если вы приходите в зал, вы тренируете группу мышц, затем вы 5 минут отдыхаете, болтаете по телефону, я не знаю, начесываете себе зад, в таком случае мышцы ваши не прогрессируют, ваше сердце не работает, потому что если вы никогда не занимались спортом, если вы новичок, то вам надо создавать свой фундамент, который потом может прогрессировать, который может потом отдыхать 30 секунд, еще бегать кардио и делать много-много-много вещей, когда ваше сердце готово. Но если вы не готовы, если вы пришли в зал, то выкладывайтесь, не тратьте время, потому что эти цифры будут всегда работать, а ваши цифры, они заканчиваются, и потом наступает конец. А ты так и не попробовал. На самом деле, ребят, мне когда было лет 18, я всегда на себя смотрел в зеркало, а потом понял, что это ничего не имеет значения, потому что что бы ты бы здесь ни показывал, всем похер. Важно то, как ты преодолеваешь себя, выходишь на новый уровень, стремишься к новым преградам, используешь свой истинный потенциал, выгораешь на полностью, сжигаешь свое топливо нахрен. Потому что помимо спортзала, помимо этого отражения, есть мир вот такой громадный. Можно плавать с акулами, прыгать с парашютом, плавать с китами, заниматься фридайвингом, дайвингом. Тут можно бесконечно перечислять. А можно не просто болтать, а можно делать. Поэтому давайте начнем делать. Тяни, бля!
Вот что означает на максимум. А я когда уже нет сил говорить. Тебе же надо, ты же блогер. Поэтому вставай и говори. Максимум, когда ты выжимаешь на 95%, даже на 99%, этот 1% он тебя сидит в башке. Этот 1% он просто, как я не знаю, как клещ сраный в тебя вцепился. Клещ весь тоже дрищавый, маленький, но он как в тебя вцепится, это хера цепится. Также этот 1% это состоит из ваших проблем, оплаты счетов, какие-то проблемы в отношениях, проблемы коммуникации с семьей, в понимании, в любви, в поддержке, в дружбе. Этот 1% очень часто мешает людям жить здесь. Этот 1% превращается в ноль. И у этого процента нету никаких шансов, если ты выкладываешься на 150%. Поэтому я просто обожаю это состояние, когда ты выкладываешься, когда у тебя больше нету сил, когда твои руки просто не могут уже не двигаться, ничего вообще, ничего они, короче, не могут. Это сделал только я. Это может сделать каждый из вас. Ребята, мы отдыхаем с вами всего 60 секунд между каждым подходом. Лучше брать даже запас 50 секунд, чтобы 10 секунд у вас на то, чтобы заблокировать телефон, я не знаю, там, поставить штангу, добавить вес, поковыряться в носу, сказать: девочка, эй, привет, как ты? Это механизм, который работает каждый раз по одному и тому же. А мы, люди, созданы так, что мы можем выбирать свою дорогу, не зависит от обстоятельств, ни от кого-либо. К черту время. Надо делать подход. Кстати, важно на протяжении всего своего пути не останавливаться, не смотреть и говорить, что «Бля, что-то я вот качаю бицепс, бицепса нет, а вот плечи у меня хороши, да и грудь неплоха». Судить нужно по финалу. Выработайте структуру. Сделайте себе план в 6 месяцев. Каждый месяц. Месяц силовая тренировка, месяц функционал, месяц больше на кардио, на работу сердца, на силу. Сделайте многоповторку. Сделайте месяц вообще одного кардио. Дайте встряску организму, дайте энергию новую, дайте ему понять, что, чувак, у меня есть для тебя очень много сюрпризов. И тогда вы можете судить. Но эти все 6 месяцев, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ты должен отработать на максимум. Если хоть один месяц ты просрешь, то потом не жалуйся, что у тебя бицепс говно или жизнь говно. Ребята, ты зашел, когда было темно, а просто выходишь, когда рассвет, когда просто встает весь город. Сейчас кто-то придет в зал с такими вот унылыми состояниями, а мы уже бодры, веселы. На самом деле есть чувство усталости, но никто не отменяет, потому что мы выложились на 150%. И сегодня еще целый день, а мы уже выполнили свою работу, прикиньте, ребята. Многие сейчас только будут заходить в зал, идти потом работать, делить делишки, а мы молодцы. Ребята, 5 утра. Это просто оргазм. Спасибо, что смотрели.